Вот здесь вот что-то похоже на пигматит. Хреновенький. И вот здесь вот. Вот. Дерево упало в ту сторону. А эти камешки я нашел вот здесь вот. В корне, в верхней части корня дерева. То есть оно стояло этими камнями вот здесь вот где-то. Эти камни лежали. Поэтому где-то здесь. Ну или может там вот здесь. Вон. Хлоп. Что-то так блестит. Вода застыла, что ли? Ну, интересно. Так, отложим в сторону. Во всяком случае, летом нужно будет это место проверить. Явно выраженных червячков нет, но что-то подсказывает, что здесь что-то может быть. Да, шпат на сколе как поблескивает, интересно. Так. Ну вот, похоже, пигматит. Вот здесь вот. Ой, запачкал, наоборот, не видно, хотел очистить. Вот здесь вот. Это уже пигматит. Может быть, краешек жилы. Сейчас выключу, фотоаппарат неудобно.